Казалось бы, тема алиментов и любых долгов в принципе изъезжена вдоль и поперек, но и сегодня есть о чем рассказать. Это программа «7 минут». Здравствуйте. Одни клиенты судебных приставов скрываются у мамочек, на которых переписывают все имущество, другие уходят в запой. Дети продолжают строить новые семейные отношения, забывая о результате старых, растущем малыше. Не пугает ни лишение водительских прав, ни лицензии на охоту, ни запрет на выезд за рубеж. Согласно заявлению главного судебного пристава страны, насчитывается около 10 миллионов должников. Житейские проблемы, которые можно было бы решить внутри семьи, выносят на уровень государства. И вопрос чести и морали опять переходит в сугубо финансовый. Грустно. Если рассматривать категорию взыскания алиментных платежей, здесь следует отметить, что у нас уже несколько лет подряд показатель, находящийся в производстве, значительно меньше, чем в других регионах Центрального федерального округа. Но вместе с тем следует отметить такую одну негативную тенденцию, что ежегодно к нам поступает на исполнение все больше и больше исполнительных производств. А вот то, что остаток меньше, это благодаря определенной работе судебных приставов. Вот сейчас по состоянию на 15 число у нас в остатке осталось 6593 исполнительных производства. С начала года было более 7 тысяч, почти 8 тысяч. Как люди реагируют, когда приходят уведомления или когда уже сами судебные приставы стучат в дверь? Обычно реакция негативная, если честно? Ну, с радостью у нас не встречает никто. Почему-то взыскатель считает, что мы даем много поблажек должнику. Должник считает, что мы чересчур нарушаем его права. Поэтому мы как вот находимся в таком форматоре, который определяет законодательство, нам надо строго, и мы в подавляющем большинстве случаев стараемся это выполнять и выполняем. Если человек все переписал на родственников, имея при этом и машину, и квартиру, и хорошую новую семью благополучную, но вот как по факту ничего нет, как в этом случае? Как забрать? Закон предусматривает подобные ситуации. Это имущество, переданное, так сказать, в правопользование третьих лиц, и в судебном порядке может правообладание теми лицами оспариваться и может быть прекращено, и можем наложить определенное обременение и до последующей реализации в пользу взыскателя. А что забрать в этом случае можно у человека, у которого фактически по документам нет ничего? Здесь надо рассматривать ряд таких аспектов. Когда появилось у него это имущество, в какой период оно было передано, переписано в пользу третьих лиц. Если это было уже во время судебного процесса об определении взыскания алиментов в этой части до принудительного исполнения, то вполне возможно, что можно это имущество, так сказать, изъять. Мы, как правило, привыкли, что алиментщики, должники – это мужчины, но, к несчастью, это не так. Есть и женщины, велик ли их процент среди должников? Хочу несколько такой позитивную нотку сказать, что у нас вот за последние 3 года стабилизировалось, если можно так сказать, в этом случае, с количеством женщин, которые должны выплачивать алименты. И уже за 4 месяца текущего года их число сократилось. И есть позитивные моменты, когда, так сказать, эти женщины, которые были лишены родительских прав, после принятия к ним воздействия вплоть до уголовного осуждения их в рамках расследования уголовного дела, они, так сказать, вновь получили статус матери, добились восстановления родительских прав, трудоустроились и воспитывают детей. Но такие факты единичны, к сожалению. Давайте теперь к жизненным примерам. Вот рассмотрим такой случай. Когда человек прописан в определенной квартире, там живут, например, родственники, ну, может быть, сыновья, дочери, зятья, неважно. Приходят приставы, естественно, по месту прописки. Чем нужно удостоверить, каким документом, что человек здесь не живет, и все, что в квартире, не принадлежит должнику? Пристав-исполнитель может проверить имущественное положение должника в нескольких случаях. И в том случае, который вы привели, по месту прописки, либо по месту фактического проживания. Если помимо должника в этой квартире проживает еще ряд лиц,
и есть имущество. Это право должника доказать, в том числе и в судебном порядке, когда он будет обжаловать решение пристава по аресту этого имущества, что имущество принадлежит ему, представить соответствующие документы, если он их не представил в момент акта ареста и описи имущества. Ну, вот смотрите, документы, да, как правило, это чек. Если у нас там стоит мягкая мебель, стенка и холодильник, то чек, может быть, на время гарантии и будет, но потом не факт, и там ведь не прописано имя покупателя. Очень тонкие нюансы, но они житейские, они, к сожалению, есть. Наши телезрители спрашивают. Да, к сожалению, у нас и в практической деятельности такие случаи есть, когда должники оспаривают, так сказать, принадлежность имущества. Опять же скажу, если не согласны с решением пристава исполнителя в данной ситуации, должник имеет право обжаловать это в судебном порядке. Суд оценивает доказательства, представленные сторонами исполнительного производства. Это и должником, взыскателем, и учитывает мнение судебного пристава исполнителя. Сейчас действенным таким шагом стал запрет с определенными долгами выезда за границу. Это действует, это видно. Хочу сказать, что это мотивирует должников на исполнение своих обязательств. В данный момент мы исходим от цифры в 10 тысяч, которая законодательно не прописана, но она рекомендована. Различные способы как поиска должников, так и их имущества. И результаты есть. Мы таким образом и в прошлом году, и в нынешнем году нашли транспортные средства, которые принадлежат бедному алиментщику, который должен 350 тысяч. А когда у него арестовали транспортные средства, у него и остальные деньги нашлись, и он погасил задолженность. Многие не хотят работать. Вот один из аспектов непогашения задолженности и своих обязательств перед детьми – это нежелание трудоустроиться, нежелание работать. Хотя мы представляем возможность должнику. Мы заключили соглашение с Центром занятости населения, даем направление для трудоустройства. Но только в этом году, за 4 месяца, мы дали 887 направлений, а трудоустроилось, смешная цифра, всего 70 человек. Но основная категория настроена так, понимание такое, что своей бывшей я платить ничего не буду. И никто не вспоминает о ребенке. Абсолютно верно. Вот позиция такая, пусть на ребенка откроют лицевой счет, я буду туда перечислять денежные средства. Я говорю, а подожди, а ребенок до совершеннолетия не должен ни кушать, ни пить, ни одеваться, ни развиваться, ни заниматься спортом. Понимаете, вот какая позиция? Может быть, стоит тогда с теми же банками какое-то соглашение продумать, но это опять же уже не к вам, а к вышестоящей власти, чтобы реальный был счет, который мог бы, например, в школе, да, оплачивать какие-то услуги, ту же столовую, тот же спортклуб. Может быть, вот это будет выходом в какой-то степени? А понимаете, я даже считаю, что здесь не нужна законодательная инициатива. Это должны два родителя определиться. Обычно папа говорят, вот ребенок со мной живет. Я покупаю ему кушать, я покупаю ему одежду, я и не думал, что нужны чеки. То есть реально человек не платит алименты, вот фактически, да, по документам, но он дает этому ребенку больше, чем он давал бы алиментами, но нет подтверждения. Так вот, если говорить о людях, которые работают, например, не за белую зарплату, да, то есть они отдают деньги. Два момента. Первый. Мы активно боремся с серыми зарплатами, с теневыми, так сказать, трудоустройствами, работы без соглашений, направляем эту информацию и в прокуратуру соответствующего района, и в налоговые инспекции, и в Роструд для принятия мер воздействия к работодателю. И второй момент, когда вот отдельные, так сказать, представители должников заявляют, что вот он ребенку дает больше, так сказать, и растит его в очень благоприятных условиях, а кто-то в этом сомневается, а сомневается, наверное, вторая половина. Уважаемые коллеги, я всем им, так сказать, говорю, что вы вправе в судебном порядке доказать свою правоту. Почему вы это не доказываете? Там не надо никаких чеков. Ребенок сыт, одет, обут, развивается. Какие проблемы? То есть вы опрашиваете школьных педагогов, если есть какие-то преподаватели дополнительного воспитания, кто ребенка забирает, как он выглядит, высыпается ли, да, такие моменты очень важны. В отдельных случаях и такое делаем. Всегда и в любой ситуации, прежде всего, оставайтесь людьми. Не забывайте, что платите действительно не бывшим женам и мужьям, а своим, родным и все-таки любимым детям. Это была программа «7 минут». До встречи.